Добрый день, дорогие друзья! Добрый час, уважаемые гости! Мы рады новой встрече с вами. Встречи на самом замечательном вечере, потому что сегодня нас с вами ждет замечательное знакомство с романсом, с музыкой, рожденной глубокой-глубокой душой. Когда твои слова услышали, это почти звездный час. А еще написали музыку, значит, кто-то кого-то спас. Потому что слово, дошедшее, даст любовь и захочет жить. Пусть печаль в душе несусветная, но ее будет слаще пить. Пить, как сладкий компот малиновый, пить, как горький настой лебеды, как мускат и коктейль апельсиновый и граненый стакан беды. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами встречаемся на праздничном концерте, посвященном дню рождения и творчества Ольги Калантаровой. Это очень талантливый человек, человек мудрый по жизни, человек добрый и отзывчивый. Певица, композитор, музыкант, артистка. Талантов Ольги не перечесть, потому что в каждый из них она вливает частичку своей души. И рядом с ней, конечно же, люди, которые близки с ней по духу. Сегодня таким вторым негласным виновником вечера будет ее очень близкая подруга, поэтесса, замечательный друг Ирина Авакова, которой я и хочу предоставить сейчас слово. Большое спасибо. Но много слов я говорить не буду. Светлана уже охарактеризовала абсолютно полностью этого замечательного человека, композитора. Поэтому я прочту стихотворение, которое я написала к ее дню рождения. В раннем детстве, как ангел, спала в колыбели. Каждый звук вызывал трепетанье ресниц. Она слышала музыку, звоне капели, в шуме моря и в пении птиц. Звуки падали сверху седыми дождями, и мотив подбирал нотный стан проводов. Она слышала музыку ветра ночами, легкий шорох увядших цветов. Не спалось от симфоний любовных желаний, бился пульсом смычок в тонких струнах души. Она слышала музыку пылких признаний, нежно клавиш касаясь тиши. Било сердце взволновано в лад консонансу, серенада, луна, темный сад и балкон. Она слышала музыку страстных романсов и дарила их всех, всем, кто влюблен. Дело, как я уже сказала, да, что Ирина тоже является таким внегласным виновником сегодняшнего торжества. Но дело в том, что Ирина еще буквально неделя не прошла, как она тоже отметила свой день рождения. Отметила его вместе со своими друзьями, тоже творческим вечером. А нам, Ирина, позвольте сегодня вручить вам благодарность. Некоммерческая городская общественная организация «Клуб песни «Высота», город Санкт-Петербург» выражает благодарность Ирине Аваковой за участие в организации концерта в честь дня рождения композитора и певицы Ольги Калантаровой в кругу друзей. Желаем вам дальнейших творческих успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Конечно, если мы уже начали с награждений, то позвольте предоставить слово нашему почетному гостю, специалисту по культуре местной администрации города Красное Село Ольге Ивановой. Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рада присутствовать на таком теплом, уютном творческом вечере от лица местной администрации муниципального совета. Ольга Николаевна, я знаю, что вы нас сейчас не видите, но вам запись покажут. Разрешите вам зачитать поздравление от главы.
уважаемая Ольга Николаевна, от всей души поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам доброго здоровья, вдохновения и жизненного оптимизма. Пусть яркими впечатлениями будет полна ваша жизнь. Каждый день приносит приятные теплые встречи и неизменно сопутствует творческий успех. Глава муниципального образования город Красное Село Евгений Мареев и глава местной администрации Игорь Иванов. Спасибо большое. Ольга Николаевна, очень рада заочно с вами познакомиться. Спасибо за творческий вечер. Ирина, Ольга и все дорогие гости, вам свой музыкальный подарок дарит Людмила Викторова. Где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в душе моей расцвело тогда чувство нежной яркой любви. Отцвели уж давно хризантемы в саду, соратниками по духу с Ольгой, которых можно назвать ее коллегами, которых можно назвать ее лучшими друзьями, потому что друзей у нее на самом деле очень и очень много. Это работники культуры, это работники библиотеки, это работники учреждений культуры, которые так или иначе близки Ольге, потому что в концертных площадках, на которых она выступала, в городе Санкт-Петербурге, поверьте, очень и очень много. Ее знают во многих коллективах и учреждениях культуры. Но она сама отметила, попросила отметить, что сегодня гость для нее неожиданный, гость для нее долгожданный. Она, по сути, несколько дней назад воочию познакомилась с человеком, с которым даже успела поработать вместе. Я говорю о нашей гости из города Краснодара, которая специально приехала познакомиться с Ольгой лично. Светлана Алискерова, она поздравляет сегодня свою подругу. Сейчас я хочу, чтобы вы послушали песню, которую написали вместе Ольга Калантарова и Светлана Алексеева. Поет Алена Трофимова. Почему
скажи всегда, со мной везде твои глаза. Они из прошлого глядят, они мне душу бередят, они мне душу бередят. Зачем так грустно смотришь ты? Зачем полжизни позади? А на душе такая боль. А может, уже нет души? А может, уже нет души? А может, уж и нет души? Светлана, спасибо вам за такую замечательную песню. Вы наверняка все знаете, что Ольга Николаевна такой человек, который не может долго сидеть на одном месте. Она очень любит путешествовать. В каких только странах она не побывала, где только она не гастролировала, даже на лайнерах. И вот однажды в истории ее жизни, был момент, когда она буквально должна была через неделю улетать в Париж, улетать во Францию, потому что она учила французский язык, и вместе со своим учителем она собиралась полететь во Францию. Но очень неприятное для нее событие помешало ей в этой поездке, и во Францию она тогда не попала. И, видимо, на почве вот такого желания она написала музыку к стихотворению Ирины Аваковой «Париж», которую сегодня вам дарит Михаил Северин. Ольга Николаевна, поздравления примите. Thank you.
Спасибо. Браво, браво. И послушайте, пожалуйста, еще одну песню, авторами которой является замечательный дуэт Ирины и Ольги «Ах, осень, осень», исполняет Наталья Веретенникова. От всей души поздравляю Ольгу Николаевну Калантарову с днем рождения. И спасибо за то, что она доверяет мне свои произведения. Ах, осень, осень. Программу вновь продолжает Людмила Викторова. Только раз бывает.
мне так хочется любить. Гаснет луч пурпурного заката, синевой окутаны цветы. Где же вы, желанный мой когда-то? Где же вы, забытые мечты? Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить, только раз холодный хмурый вечер. Мне так хочется раз холодный хмурый вечер. Мне так хочется любить. Людмила Валентиновна, я не знаю, как так получилось, но, как говорят, все равно награда найдет героя. И позвольте сегодня вручить вам, странно, почему не врученную ранее грамоту, за участие в домашнем задании в конкурсе онлайн «Голос Победы». Пригласить вас заняться немного астрологией. Вы не против? А дело в том, что в этом зале, как я теперь знаю, еще больше добавилось из того, что я знаю, именинников, которые родились именно в июне месяце. И позвольте мне сейчас сделать такое маленькое-маленькое замечание о тех, кто родился в июне месяце. Люди, рожденные в июне, пришли в этот мир для того, чтобы реализовать себя при помощи своего внутреннего ощущения, мудрости и стремления построить доверительные отношения. Их сердца наполнятся, когда внутри есть стремление украсить этот мир своим вниманием, любовью и процветанием. Их роль при помощи своих действий – принести гармонию в свое сердце и сердца тех, кто рядом с ними. Согласитесь, это об Ольге. И вот именно поэтому мы и признаемся ей сегодня в любви. А Михаил Северин решил, что он сегодня вот так публично признается Ольге Николаевне в любви. Скажите, девушки, подружкам вашим. Подружке вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтаю, что свет прославит, она милей краше. Я сам хотел признаться ей, но слов я не нашел. Yeah.
в душе моей тревога и смелости набрался, я б ей сказал, напрасно ты скрываешь, что нежность осенью сама ко мне пылаешь. Расстанься с хитрой маскою и сердце мне открой. Николаевне сердце защемило. Наверное, у каждой женщины в этом зале сейчас сердечко застучалось чуть-чуть побыстрее. А я вновь хочу представить вам песню «Совместный труд» Ирины Аваковой и Ольги Калантаровой, которую поет Наталья Веретенникова, аккомпанирует Анастасия Клементьева. Как незаметно наступает ночь. И хочу передать Ольге Николаевне от гатчинского композитора Светланы Дупининой, с которой я много лет сотрудничаю, которая благодаря мне познакомилась с произведениями Ольги Николаевны и попросила передать, что она восхищена музыкой Ольги Калантаровой. Как незаметно наступает ночь. Как незаметно
Наталья, не уходите, пожалуйста. Мы не смогли вовремя вручить награду Наталье за участие в онлайн-конкурсах, фестивалях «Голос Победы». И сегодня, вот уже как и Людмила Валентиновна, Наталья награда нашла своего героя. Диплом за участие в конкурсе онлайн-фестиваля «Голос Победы» и грамота за участие в первом фестивале «Голос Победы. Домашнее задание» награждается Наталья Веретенникова. Спасибо вам за активное участие в жизни нашего клуба. Вы все прекрасно знаете и уже даже услышали из стихотворения Ирины Аваковой о том, что Ольга занимается собой и музыкой под музыку. Она с самого детства любит петь. Она поет всегда. С утра, как просыпается, и до позднего вечера, уже когда погружаясь в сон, она перестает бормотать себе под нос какую-либо песню или, может быть, мелодию. И семья Ольги, причем и ее родители, и ее дети, сын и дочь, и ее внуки, они все пошли, скажем так, в бабушку. Ну, а бабушка, мама, соответственно, в своих родителей. Но творчество для Ольги – это ее жизнь. Она не пишет песни на заказ. Она пишет их по своему желанию. Она пишет их от сердца, от души. А самое главное, что она поет всю свою жизнь. С самого детства она поет. Я вновь приглашаю к микрофону Ирину Авакову, потому что она написала замечательное стихотворение «Женщина поет». Тепло почтенья, полумраки зала, романса страсть, как пламенный призыв. Певица пела, публика внимала, о прозе дня на время позабыв. Слова и ноты облачались в голос, звенела скрипка пенью в унисон. Взлетая птицей в драматичном соло, срывалась вниз на тихий томный стон. Прохлада клавиш, алый бархат розы и серебристо-черный шелк парчи. Рыдало сердце, набегали слезы, дрожало пламя, плавя воск свечи. Тепло почтенье, полумраки зала, романса страсть, аплодисментов взрыв. Концерт окончен, публика внимала, про серость дня на время позабыв. Но мы надеемся, что романсы Ольги тоже серость дня. Спасибо. Спасибо. Ну вот это Светлана Алискерова, которую мы неоднократно уже вспоминали в нашем концерте. Прибыла. В присутствии всего честного народа поздравить девочку с днём рождения. Спасибо, Светочка. Потому что мы видимся впервые тоже. Хотя в интернете девочки, самое большое, самое главное, самая великая победа во всем этом — это большое сердце этих замечательных девочек. Понимаете?
огромное, не вмещающееся сердце. Почему? Потому что приехать сюда — это меньше, чем приехать из Краснодара, поверьте. Да, я вот я бы сейчас для вас читать. Подождите. Хорошо. Спасибо, что вы такие молодцы. Да. Вот у нас вот интернетовские знакомства часто выливаются в прочную дружбу. Вот у нас еще одна очень милая женщина — Галина Зиновьева. Мы с ней познакомились в интернете, а теперь любим друг друга. Очень. Ну, поскольку все-таки была поэтическая пауза, да? Я позволю себе прочесть вам небольшое стихотворение, посвященное оно Ирине Аваковой, вот, из цикла «Стихи и письма из разных лет». Произведение написано по мотивам творчества поэтессы Ирины Аваковой. Плата за сотворение слова. У вас микрофон в руке, если что. Да, спасибо. Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Анна Ахматова, «Тайное ремесло», 960 год. Эту маленькую двустрочие из стихотворения Анны я взяла в качестве эпиграфа. Мне так понятна эта боль всех тех, кто к слову сопричастен, кто видит, слышит этот мир и многограннее, и острее, кто чувства, мысли и явления в огранку слов своих берет и в ожерельях из звуков слагает песенный аккорд или реквием о горькой доле и невозможности потерь. Поэт-кудесник, он же странник или мытарь над самим собой. Браво! Думаю, что я сейчас прочту еще одно стихотворение. Я написала цикл стихов, и снова музыка звучит. Из этого цикла 12 произведений посвящено творчеству Ольги Николаевны Калантаровой. Я не искусствовед, я не музыкант, я не могу обсуждать творчество с профессиональной точки зрения. Но в плане мелодики, искристости, полетности, богатства звучания, созвучности этого всего, меня это потрясает и завораживает. Ольга Николаевна родом с Азербайджана. Я выходила в Азербайджан замуж, я была там, я слышала все эти мелодии, все эти переливы. Ольга Николаевна, поверьте, пишет в европейском стиле, совершенно не так, как пишут в Азербайджане. Но искристость этой мелодии, вот я закрываю глаза, я вспоминаю молодость, я вижу горы, и я понимаю, что все еще впереди, и жизнь прекрасна. Творчество российского композитора, маэстро Ольги Николаевны Калантаровой посвящено. Слова бессильны пред порывом чудным, который музыкой волшебную звучит, что говорит нам: жизнь прекрасна, ты просто оглянись. Да оглянись вокруг, ведь солнце свет нам дарит и надежду, и белый снег пленяет дивной чистотой, и есть цветы прекрасные на белом свете, и есть души порыв счастливый и святой. Бескрайний, как любовь, и благодатный, волшебных чувств, дарящих новизну, он возвышает нас над мигом суетным и окрыляет верой светлую мечту. О, музыка! О, звуки светлые, как небо! Летят мелодии пленительной красы. Ведь жизнь всегда поистине прекрасна, а все случайное, лишь тень неброская на лике вечной мудрой красоты. Браво! Браво! Девочки, так я что? Багаж не предусмотрен. Свет. Ты твой.
вечная любовь, верны мы были ей. Но время зло для памяти моей, чем больше дней, глубже рана в ней. Композиторы обязательно посвящали какому-либо времени года свои произведения. А иногда это были целые циклы, целые сборники. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Вот и мы сегодня. Желаем всем вам, дорогие гости этого вечера, чтобы в вашей жизни, в вашем доме всегда была только радостная, добрая обстановка и хорошая погода, солнечная, теплая, ласкающая. И все-таки я хочу пригласить вас в зимнюю нежность. Слова петербургской поэтессы Натальи Дроздовой, музыка Ольги Калантаровой. Поет Елена Семенова. Thank you.
великолепный человек. Я рада, я благодарна судьбе и благодарна Богу, что вот свела меня судьба с ней, с талантливейшим композитором и талантливейшей женщиной. Она причем талантливая не только, многие знают, наверное, не только в музыке, она еще и да, кулинарии, еще и шитье, так что вот это просто клад, это вот на человека, которого нужно равняться всем. Да, как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Дорогие друзья, вот здесь у меня на столе будет находиться афиша, которую мы тоже передадим Ольге Николаевне. И все желающие могут оставить на ней свои автографы и свои, написать свои пожелания. Да, лучшие имена и фамилии, чтобы она знала, так сказать, поименно всех своих гостей. А я вновь приглашаю к микрофону Алену Трофимову. Я прошу прощения, да, у аккомпанемента аккомпанирует Анастасия Клементьева. Встречайте. Браво! Браво!